Вы поднимаете? Да. Депутат Совета депутатов Валентин Герасимов осматривает двор на улице Калинина. Оценивает не только качество уборки территории, но и благоустройство двора в целом. По словам местных жителей, качества уборки у них нет нареканий. Но есть свои предложения. У нас скапывали, деревья капали, чтобы не жили. Почву окапывали, чтобы перегной создавался. Сейчас просто выскапливают землю. Вы предлагаете землю. Что? Вы предлагаете листву не убирать? Земли здесь никогда не будет. Нет, не всю не убирать, а хотя бы ее перекапывать. Также жители окрестных домов попросили обновить детскую площадку. Домов стоит много, а площадочка всего вот она одна и маленькая. Здесь практически очень много детишек. Обязательно посоветоваться с жителями. У нас определен такой порядок. Прежде чем что-то сделать, естественно, мы советуемся с жителями. Их предложения отбираем. Осмотр территории и встреча с жителями прошла в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя». Его задача – повысить уровень грамотности потребителей услуг ЖКХ, сформировать у жильцов ответственные отношения к общему имуществу в доме и во дворах.